Кинан как сквозь землю провалился и не высовывается. Сядь. Племянник, все живое ждет смерть, правда? Все знают ее вкус с самого начала. Когда в тебя попадает пуля, сначала приходит холод. От кончиков пальцев он распространяется по всему телу. Ты узнаешь его, если сейчас... Тебя никто не спасет. Придет смерть, как сон, которого ты так долго ждал. Поэтому даже безвременная смерть знакома роду человеческому. Ты сейчас о чем, дядя? Человек, говорю, понимает, когда приходит его время. Да, единственное, что меня утешает, Сальма не испугалась. Она стояла смирно, достойно ждала последнего вдоха. Вот и я жду. Что все это значит? А вот что. Вместе с жизнью Сальмы оборвалось и мое дыхание. Но если сделаю последний вдох, так и не посмотрев Кинану в глаза, это будет... Никто не собирается делать последний вдох, дядя. Я понимаю, как тебе больно. Потому и стараюсь найти его, пока не нашел. Но я и не сдался, дядя. Я приведу его к тебе. А ты больше не заводи таких разговоров. Обещаешь, что больше не будешь? Договорились? Дай слово. Даю, племянник. Хоть и язык не поворачивается, но сердце знает, что делать. Нет, дядя, так не пойдет. Я вытащу Кинана из его норы, и больше мы об этом говорить не будем. Я найду его.